В рамках Всероссийского фестиваля науки в Московском государственном университете состоялся смотр-конкурс «Москвич. Дорога в будущее». Студенты трех крупных российских вузов представили свое видение будущего марки «Москвич» — и автомобилей, и символики бренда, и автомобильной культуры в целом. Интересно, что источником вдохновения для большинства проектов стал «Москвич-412». У меня вот было несколько вариантов с круглыми фарами и вот такие ромбовидные. Они, по идее, должны меняться, потому что я тут посмотрел экранная панель, на которой можно программировать, например, даже фары, то есть... Заказчик может придумать свой вариант фары, вообще любой. В данном случае 412 превратился в кроссовер, хотя буквально на соседнем эскизе на основе той же модели придумали эффектный фастбэк. В своем стилевом решении я хотел передать пластический ключ образ оригинального 412-го москвича с его боковой линией и характерными хвостиками. Впрочем, создание новых внешних форм автомобиля не единственная и не самая сложная часть дизайнерской работы. Хейтить могут любую машину, всегда найдутся люди, которым она не нравится. А есть объективные вещи. Когда ты стукаешься головой об арку двери, то она не очень удобная. Дизайн внешний, вот экстерьерный, он может быть очень разным, и там есть вкусы. А вот что касается интерьера, то там наша попа и спина говорит за нас, поэтому там все объективно. Кроме того, студенты показали собственную версию нового логотипа марки. Традиционная эмблема, изображающая зубец кремлевской стены, превратилась в стилизованную литеру «М». Для современной культуры фигуративность не очень свойственна, а свойственна скорее нонфигуративная коммуникация, то есть выражение абстрактной информации. Разумеется, не факт, что эти проекты получат развитие. Куда важнее, что ребята искренне увлечены своей будущей профессией. В 11 классе одним осенним утром я просто проснулся, и в голове возникло три слова «хочу делать кузова». Это может быть немножко странно, но именно так и получилось. В тот же день я нашел Строгановскую академию, и я понял, куда я буду поступать. Хочется верить, что проект «Москвич. Дорога в будущее» станет родоначальником серии подобных мероприятий. На перспективу это полезно не только студентам, но и самой российской автоиндустрии, начинающей жизнь сначала.